Мои детки уже, мы идем сейчас наряжать, получать. Идем, Габи, встань, идем. Пошли. Да. Сейчас время 6:30, хотя мы планировали выйти в 5, и мы на самом деле вышли, но было еще совсем светло, и как раз папа наш вернулся с работы. Мы решили уже папу покормить и выйти второй раз. Вот у нас Габи такая принцесска с ведерком, и дочка у нас Кэптен Америка с пиллоукейс. Он говорит, это очень круто ходить с наволочкой. Вся школа ходит с наволочкой от подушки. Это очень круто именно с ней собирать эти конфеты. И у нас пиллоукейс как раз Бэтмен. Так что идем, короче, собирать. Габи впервые сама полностью понимает, что Хэллоуин, что надо собирать конфетки. Будет самостоятельно подходить и проставлять ведерко. Вставляй одну, пожалуйста, иди с ней рядом. Идем с Габи. Все, идем наш первый. The first house, trick or treat. Идем, Габи, поднимайся. Good evening, hello, hi. Габи. Thank you. Так, рядом идем, рядом. Идем, Габи, дальше. Еще конфетки дадут. Костя, потом все комментарии. Вот какой высокий дом. Пошли, Габи, идем. Идем, еще конфетки будут. Габочка дома будет кушать то, что в ведерке у нее там. Уже жалко, что так темно становится. Ой, мои маленькие детки. Кэптен Америка здесь со своей, как она называется, пиллоукейс. Но там не видно. Мы потом будем показывать наш хау, что мы набрали. Там уже люди есть. Но сегодня что-то пока не густо. Нету много машин, нету много людей. И также нету много домов украшенных. Где мы, якісь? Today I'm making a video of all the candy I got from Halloween. Давай. So today is Halloween. So first, I got the Doritos. Не, не, да ты все высыпи, весь хау. Мы посмотрим. Okay. Ого, ого. That's what I got. So first, what's this? First, we have a Да, сначала мы будем все. Double lollies. Семь домов. Но на самом деле в некоторых домах дают по 2-3 штуки. Поэтому, скажем, 90 точно домов мы обошли. 90 домов точно обошли. Так что Идошка большой молодец. В этом году он понял прикол того, что, во-первых, была сегодня великолепная погода. Сегодня очень было тепло, достаточно для этого времени года. И не было дождя. It's a Monday and give me a little whoop-whoop.
Тише, ты понимаешь, ребенок спит маленький. Okay. В общем, короче, сейчас немножечко мы дадим отведать Идошке чего-то, что он хочет из своего, как он называется? Doritos. Хаула. Вот. И будем укладываться спать. Младший ребенок тоже сходил с ведерочком. И обошла она буквально 5 или 6 домов. И она сказала домой. Пришла домой, съела все, что насобирала, и уже спит. Сказала, папа, car, go. И сказала, папа, go. Папа, car, more, go. Car, more, go. Все. Так что это был наш хау 2016 года. 90 домов. 107 items мы насобирали. Молодцы. И погода была хорошая. Так что, ребята, happy Halloween. It's Monday and give me a little walk.